юмористики сейчас стали сказки очень модными. У меня тоже есть сказки. Очень короткие, как и подобает сегодня нашей эстрадной юмористической драматургии. Она стала лаконичной, это очень приятно. Три дня и три ночи скакал Иван-царевич, пока скакалку не отобрали. Вот вся сказка, собственно. Папа Карло кинул опытный взгляд на бревно. Положение плода было неправильным. Жили-были три поросенка. Жадина них-них, наркоман нюх-нюх и грубиян нах-нах. А вот абстрактная, я бы сказал, сказка. Однажды мальчик с пальчик ковырялся в носу и застрял. Такое происшествие, понимаете? Был у отца электрика три фазы. Вот собрал он их как-то вместе, и пришла пора ему помирать. Тут и пробочкам конец. А кто починит, молодец. Жили-были два брата Ивана, и была у них дочка Машенька. Ну, это совсем современная сказка. Третий час целовал принц спящую красавицу, после чего подумал, а может, она и вправду мертвая. Дед Мазай подплывает к Титанику, стучит веслом по борту и кричит, «Заяц на корабле есть?» Решил Кощей Бессмертный жениться. Пришел он к бабе Яге и говорит, «Слышь, корга, выходи за меня замуж!» «Нет, не для такого козла в лесу моя ягодка росла!» Илья Муромец 30 лет и 3 года просидел на печи. Так и не догадался, что на ней можно было и полежать. Наконец-то крокодилу Гене удалось кинуть лохов. Он продал им чебурашку, как две тарелки НТВ+. Однажды Колобок уехал в командировку, а его булочка изменила ему с коржиком. И теперь он не Колобок, а Рогалик. Вышел царевич в чисто поле, натянул тетиву, пустил стрелу. Попала стрела на боярский двор. Да удачно, как попало-то! Свадьбу царевича и поминки тещи справляли одновременно. Карлсон объелся у малыша плюшек и застрял в форточке. Вот так и появился первый в мире кондиционер. В некотором царстве, в 39-м государстве, на 30-м уровне жил-был Кощей. И было у Кощея 4 жизни, 300% здоровья и план лабиринта. А смерть у Кощея была Ctrl плюс Alt плюс Delete. Тут и сказочки Escape, а кто не понял, F1. Змей Горыныч налетел на деревню, все пожег, коров поел, мужиков отвалтузил, потом забрался на горку, посмотрел на весь свой погром и застенчиво сказал, «Вот такой забавный я зверек!» Волк съел бабушку, переоделся в ее одежду и лег в постель. Но он не предполагал, что у бабушки такой азартный дедушка. Вышел Кощей на крыльцо и почесал себе сундук, утку, зайца. Современная политическая сказка. Шел как-то Жириновский по Красной площади ночью. Вдруг слышит за спиной загробный голос. «А что, Владимир Вольфович, не отсырел ли у вас порох в пороховницах?» Оборачивается лидер либерал-демократов и видит, стоит перед ним восставший из могилы Железный Феликс. Вот тут у Владимира Вольфовича порох-то и отсырел.